Люди действия и решительных поступков. Лидеры межрегионального общественного движения за развитие институтов гражданского общества и самоуправления «Возрождение» анонсировали предстоящий форум. На пресс-конференции побывала наша съемочная группа. Я хотел бы пожелать, чтобы единомышленников в спорте было как можно больше. И, конечно же, упор мы делаем на молодежь. Объединить, вдохновить и мотивировать. Цель форума «Возрождение» – поддержать лидеров общественных интересов, руководителей спортивных клубов и секций. Есть и другие задачи предстоящей встречи. Это объединение, чтобы ребята больше общались, больше дружили, становились сильнее, мощнее. Как ни странно, такие боевые виды спорта, как бокс, кикбокс, рукопашный бой, смешанные единоборства, они заставляют все-таки быть добрее. Проект форума реализуется на средства президентских грантов. Это вторая общероссийская встреча, которую проведет движение «Возрождение». Из двух частей будет состоять программа форума. Первое, мы соберемся, проведем обучающие секции по социальному проектированию, фандрайзингу. Также мы осуществим вручение удостоверений участников нашего межрегионального общественного движения «Возрождение». Еще мы вручим доверенности региональным нашим представителям. Общероссийский форум «Возрождение» пройдет в Москве в ноябре и соберет 150 лидеров общественных интересов, руководителей клубов, секций и общественных объединений. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.